посмотрим балочку на 240 ватт в 71 серии комбинированного света. Значит, балка, достал я ее из коробки уже, чтобы не мучиться на видео. Упаковывается балка довольно-таки неплохо. Отправляем по всей России. В принципе, ни разу не было такого, чтобы эта упаковка нас подвела. Все балки доезжают исправно и рабочие, целые. Балка идет в комбинированном исполнении. Боковые модули идут с рифлеными отражателями, центральные идут с гладкими. И на другой стороне, соответственно, тоже идет с рифлеными. Для подключения балки имеется вот такой вывод кабеля, порядка 40 сантиметров. Если необходим комплект для подключения, он у нас находится в разделе аксессуара. Есть на 180 ватт, есть на 300. Но в данном случае лучше взять, конечно, на 300. Балка идет на диодах Эпистар, если не говорил. И крепится она на боковые ножки, то есть, которые выглядят вот так. Одна и вторая. Подножки производитель дает резиновый уплотнитель. Ну, собственно, этим ножкам фиксируется. Комплект болтиков также прилагается. Сейчас мы обмерим размеры. Все размеры у нас актуальны на сайте представлены. Мы сами обмеряем, сами вносим эти изменения. Для спокойствия покупателя мы сделаем еще раз. 8 сантиметров составляет высота балки. Глубина балки 8,5 сантиметров. Далековато немножко видео. И длину балки мы сейчас обмерим, но меряем мы ее от самой крайней точки до самой крайней. То есть по бабышке вот эти вот выпирающие, не по корпусу, по бабышкам, потому что она длиннее. У нас составляет у нас ровно 106 сантиметров. 106 сантиметров без креплений. Крепления дают еще 6 сантиметров. Ну это высота, длина-то нет. И длина тоже. То есть ножки они же уходят в сторону, то есть добавляют длину балки по 3 сантиметра в каждую сторону. То есть если балка 106 сантиметров, с креплением она получается 112 сантиметров. Ну а дальше мы вам покажем, как балочка светит ночью. Комбинированная балка на 240 ватт на диодах Эпистар. Доворот 200 метров.